Друзья, всем здравствуйте! Вас приветствует Мелбет Первая Лига, турнир, объединяющий всю страну от Калининграда до Хабаровска. И сегодня наша географическая точка в этом матче – это Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик», и здесь одноименная команда в рамках седьмого тура Мелбет Первой Лиги будет принимать екатеринбургский «Урал». Нижнекамск против Екатеринбурга, и ждем свисток. Тимур Аюпов разыграет с центра поля. Поехали! Еще один интереснейший матч в рамках нынешнего сезона Мелбет Первой Лиги. Человек, умеющий все. И вот такие подачи оформлять и забивать со штрафных. Еще один хороший заброс. Вот, пожалуйста, да, как работает эта система у «Нефтехимика». Можно пробить. Железнов уходит, слева бьет. Ну, а теперь уже в центре оказывается 14 номер Екатеринбурга. Неплохо, красивые. Красивые действия, удар. Все было красиво, кроме, пожалуй, удара. Саид Алиев решился вот так. Егорычев. Егорычев, проникающий пас, удар, опасно, штанга! А вот и фактор Максима Воронова, уже забивавшего за Урал в этом сезоне. Воронов, казалось так, ну подковырнул мяч. Явно Урал чувствует себя на поле спокойно. Проходит пас на Ионова, Бекфалви, Бекфалви пробил и забил! Эрик Бекфалви! Спустя пару минут после выхода на замену первым же ударом забивает Эрик Бекфалви. Ну, во-первых, Бекфалви потеряли. Совершенно один остается капитан Урала. Во-вторых, удар. Ну, какое же мастерство. Какой же опыт у 10-го номера Урала. Как пробил роскошно. И вот что значит звезда на скамейке. Эрик Бекфалви. Сан-Петров разбегается, бьет, рикошет, момент и вынос. А здесь точка. Пенальти. Рука. Рука у екатеринбуржцев. И это пенальти. Саид Алиев разбегается и не забивает. Саид Алиев. Не забивает Саид Алиев. Мощнейший удар. Мощь, это, конечно, хорошо, но всегда хорошо, когда мощь сопровождается точностью. По-прежнему роль Бекфалви для Урала отчасти даже не восполнена. Саид Алиев. О, здесь, да, это Джамилов. А вот этот момент, и это гол! И забивает «Нефтехимик». Забивает «Нефтехимик». И Рашид Магомедов, появившийся на замену минуту назад, отличается. Слушайте, ну как сегодня тренер это работает, да? Выпустил Евгений Аверьянов Бекфалви, и Бекфалви тут же забил. И вот сейчас Кирилл Новиков выпускает Рашида Магомедова, и Магомедов отличается с передачи Султана Джамилова. 1-1. Максим Петров, передача. Емельянов. Пока не нашел вариант, сыграл на ближнего. Петров красиво, начертили удар! Классный розыгрыш от «Нефтехимика». Напомню, что «Нефтехимик» не смог реализовать пенальти, но при этом все-таки забил с игры. И Рашид Магомедов, выйдя на замену, ответил голом на мяч вот этого человека, Эрика Бекфалви. Бекфалви крайне недоволен завершением этого матча. Бекфалви забил на 59-й, но его гол не стал победным для екатеринбуржцев.